Депутат 9-го избирательного округа поблагодарила активистов ТОС за помощь и поддержку. «Этот год был успешный и продуктивный», – отметила Елена Некрасова. Но это только сплотило еще больше. Со своими активистами она встречается практически каждый день, обсуждает вопросы, предложения и строит планы. Я благодарна, что они рядом, я благодарна, что они помогают мне в моей депутатской деятельности, что мы вместе работаем, решаем вопросы, которые касаются жизнедеятельности нашего 9-го избирательного округа. Ну и считаю, что важно помнить людей, важно благодарить людей, важно говорить спасибо. Сегодня как раз такое мероприятие, когда я говорю спасибо за то, что люди меня поддерживают и за то, что они мне помогают. Общественники, коллеги, руководители учреждений благодарны депутату за быстрое реагирование в различных вопросах, за понимание и доброту. Когда идет работа слаженно вместе с депутатом, естественно, работа идет вся хорошо и благополучно. Работаем только с депутатом. По какому вопросу мы к ней не обратились, всегда все решается. Двор привели в порядок, детскую площадку сделали. Помогает во всем. Тротуар хороший сделали по переулку строительному. Она тоже способствовала этому. Она человек очень отзывчивый. Ее знают у нас на избирательном округе, на 9-м. Знают не только взрослые, но и дети. Когда она появляется у нас во дворе, все сразу собираются с просьбами. Она не все может решить сама. Но она как-то посочувствует, обнимет. И сразу на душе становится легче. Я хочу сказать, что Елена Анатольевна много внимания уделяет благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту домов. Для этого мероприятия разработали по специальному эскизу наградные статуэтки, подготовили развлекательную программу и цветы.